Северодонецкие волонтеры привезли продукты, книги, одежду и игрушки в учебно-воспитательный комплекс поселка Светличное Попаснянского района. Гуманитарную помощь детям при фронтовой зоне активисты благотворительного фонда «Допомога и справа» доставляют 1-2 раза в месяц. Волонтеры благотворительного фонда «Допомога и справа» в очередной раз собрали помощь для светличанской школы и для семей, которые находятся в тяжелом материальном положении. Привезли продукты питания, книги, одежду, печенье, конфеты, игрушки, которые были собраны и куплены за средства жителей Латвии и местного населения города Северодонецка. В этом месяце мы приехали второй раз. Эта помощь является существенной, потому что дети нуждаются и в печенье, и в одежде, и в канцелярии.